Приветствую вас. Я думаю, что первая часть вашего вопроса, к сожалению, подходит только для психологов. Вот вторая часть вашего текста, где вы пишете сможете ли вы познакомиться с мужчиной или нет, это больше для эзотериков, к сожалению. Почему вы можете отталкивать, почему мужчины исчезают? Потому что что-то в вашем поведение их отталкивает. Вот. Конечно, однозначно сказать, что именно, довольно сложно, потому что не всегда и не совсем это понятно. В том смысле, что нужно сделать анализ, именно анализ, анализ вашего взаимодействия с мужчинами, чтобы дать вам какую-то адекватную, наверное, обратную связь, вот, потому что, если вы хотите, конечно, получить ее, эту самую адекватную обратную связь, вот, что-то отталкивает мужчин от вас, вот, вполне вероятно, что вы как-то ведете себя чересчур либо сексуализированно, либо напористо. Вот. А мужчинам это может не нравиться, мужчина это может отталкивать, мужчина это может отдалять от вас. Вот. То есть тут нужно смотреть, тут нужно исследовать, тут нужно спокойно, без спешки изучать этот вопрос, да. Если вы, например, заинтересованы в чем-то, очень сильно заинтересованы в чем-то, то, скорее всего, мужчина будет чувствовать данные, мужчина будет ощущать, что вы заинтересованы в чем-то чересчур, вот, и, скорее всего, из-за этого, из-за того, что он будет чувствовать вашу такую вот заинтересованность чрезмерную, вот, скорее всего, из-за этого у вас не будет складываться в полной мере взаимодействия, потому что это будет мешать, вот. К сожалению. Вот. А также было бы очень неплохо, если бы вы смогли ответить на вопрос, для чего вам отношения, зачем они вам, почему вы хотите встретить мужчину, как вы говорите, то есть вот
с чем это может быть связано. Я не говорю, что вам не нужно встречать мужчину вообще, я ни в коем случае не хочу это сказать. Я просто хочу, чтобы вы вот немножечко подумали в сторону того, а зачем мне это нужно, для чего мне это, вот, то есть, какая цель моя, да, какую цель я преследую, может быть, именно из-за того, что вы чересчур нуждаетесь в, ну вот, в том, с чего пытаетесь достичь в отношениях с человеком, в отношениях просто, вы ведете себя не естественно, и, соответственно, это поведение чувствуется, и мужчина от вас, как бы, отдаляется. Вполне вероятно, что вы выбираете определенных мужчин. Это тоже нельзя, ну, нельзя не учитывать, что вы можете выбирать определенных мужчин, скажем так, сознательно или бессознательно. Вы можете выбирать мужчин, с которыми у вас ничего не получится. Вот. Тем самым, ну, в какой-то степени, наверное, продвигая идею о том, что близких отношений, по-настоящему близких отношений вы боитесь. Вот, и, соответственно, хотите-то вы хотите, но вы боитесь их. Кроме того, развод, если у вас есть развод, в отношениях предыдущих у вас что-то не складывалось, и, соответственно, нужно поисследовать, что именно у вас в отношениях не складывалось. Вот. Нужно этот момент тоже поисследовать, нужно это изучить, потому что это достаточно важный момент, вот, ибо те ошибки, которые вы могли совершить в браке, скорее всего, вами совершены сейчас, вот, и их нужно тоже помочь вам скорректировать, вот, помочь вам их не совершать, потому что в противном случае, опять же, повторюсь, нет никакого смысла в том, что вы, ну, с каким-то мужчиной вступите в отношения. Все равно вы имеете все шансы на то, чтобы с ним иметь неудачные отношения именно из-за того, что какие-то ошибки были вами не исправлены, не скорректированы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. В заключение хотел бы, наверное, только сделать акцент на том, что такое серьезные отношения, для чего вам серьезные отношения. Вот. Что в вашем
понимание, серьезные отношения. И как вы могли бы воспринять другое, ну, мнение о серьезных отношениях. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго.